Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не принимают механизм принятия решений. Идет последний. Не понимают стиле нашей работы. Это не просто жаль, а это вызывает беспокойство, потому что такое полное непонимание, оно как раз приводит к ошибочным решениям, к правильным.